платье, если обуваете внимательно, потому что оно еще может их спадает. Ну как быть? Приходит, короче, мопс. Он с самого рождения, типа, ему начали одевать носки. Ну, практически с самого рождения, как лазить начал, там, потому что паркет. И, короче, в итоге сейчас, если с него снять обувь или носки, он не может ходить. Типа, настолько привык, вот, постоянно, или носки, или это. И вот они снимают, ставят его на пол, он так стоит, типа, что происходит. Протестируем. Я, оказывается, честно, я не знала, что у твоих есть. Розница. Да при тебе, купили и обсудили, что это говно. В прошлом году. Честно. И точно, вот точно такая же. Мама сейчас лежит в коробочке, прям новая. Ну и что? Блин, ну это потому, что не для яйца. Вот именно поэтому. Сейчас я омлет была, потому что это не для яичницы. Тоже Мишка. Да. Ну, бабушка знает, она сейчас посмотрит это видео и скажет, наверное, в комментариях. Ну, Мишка, ты ему отправил. Да, если оладик будет, то будет супер. Ну, еще воняет. Просто, честно говоря, супер. Давай пожрем уже. Ну, я стрёмно выгляжу. У меня жопа стрёмная. Сам ты стрёмный, Соня, отлично. На, подержи. Попрощались с Ирой, бегу на работу уже. И хотел бы сказать, какой вывод. Я больше буду стараться не записывать в темном освещении видео, потому что мне совсем не понравился результат этого влога, который сейчас выгрузил из 18 числа. Все слишком темно. Тот самый фонарь. Вон там уже второй день подряд палит такой большой костер. Мусор разжигают. От него вонь, конечно, вообще капитальная. Но с этим ничего не делают. Все, я уже пришел. Сейчас переодеваюсь и бегу работать. Но сегодня машин много, веса много, поэтому работенка будет хорошая ночью. Спасибо, что обратили внимание на косяк видео. Я его с удовольствием исправлю, только нужно немножко времени подождать хотя бы до часу-двух ночи, пока я пойду на обед. Потому что сейчас я работаю и нет совсем возможности исправить это никак, перезарить видео. Поэтому я пойду на обед, постараюсь это сделать. У нас сегодня очень много работы, последняя ночная смена в этом году и много машин с товаром, поэтому... А косяк такой получился, потому что спешил перед работой, хотел бы себя выгрузить видео, его сделал, выгрузил, но не перепроверил. И там вот этот кусочек маленький, он получился с плохим звуком, ну, музыка громче, чем я. Реально еще такая пачка накладных. Очень много. И мы только 3 маршрута собрали. Так вот, поздравление с Новым годом. От фирмы. Я уже вышел с работы. Сейчас бегу на практику. Я не знаю, наверное, сегодня заниматься не буду, я просто оплачу продолжение занятий. Пойду домой, потом очень сильно хочу спать, устал, толком-то не спал. Дождь идет, как всегда. Кстати, хотел бы вам рассказать интересный факт. 22 декабря был побит рекорд в Запорожье по температуре в декабре. 1960 года аж. Именно тогда была максимально теплая температура, и сейчас, вот 22 декабря, этот рекорд был перебит и поставлен новый. Там, по-моему, днем плюс 9 градусов было аж. Как бы такой, ну, декабрь очень теплый. И снег точно, скорее всего, не будет ни на Новый год, и не сейчас. А уже это все будет в январе и феврале. Все, я забежал, денежку оплатил. Сейчас бегу домой. Кстати, ночью у меня все-таки получилось загрузить видео. Я его быстренько сделал на своем 30-минутном перерыве, пока я кушал. Я отредактировал видео, сделал правильно, загрузил его на YouTube, перезалил. Конечно, сбились комментарии красные, которые вы писали.
и просмотры сбились, но зато видео хорошее. Фигачит дождь, но у меня появилась неплохая мысль, о чем можно с вами поговорить. Мне вчера написали в комментариях под видео, что мой косяк с речью, уже 2 года смотрит наш канал, но я забиваю, и моя речь никак не исправляется. Вот сейчас бы хотел поговорить об этом. Начну издалека. Когда я учился в колледже, мне было лет 16-17 примерно, тогда я активно занимался рэпом, записью в студии треков. И тогда я впервые столкнулся с этой проблемой, с тем, что моя речь не идеальна, меня совсем непонятно. И, конечно же, при записи трека, когда я записывал, не задумываясь об этом, конечно же, не было ничего слышно. Так же, как вы смотрите видео, я стал искать варианты, способы, решения, как мне исправить речь. Нашел вариант, это вложить в рот орехи и с орехами пытаться говорить, выговаривать разные слова, скороговорки, например. Через какое-то время это бы исправлялось бы. Но спустя некоторое время, там день-два, может быть, я на это забил из-за своей лени. Может быть, не только из-за лени забил, но еще из-за того факта, что когда вы ложите орехи в рот и говорите некоторое время, начинают щеки болеть. Это причиняет дискомфорт. С этим неудобно. И так целый день не походишь уж точно. Этой почве через некоторое время забил и больше этого не делал. Может быть, из-за недостатка мотивации. Потому что я считаю, что если терпеть какой-то дискомфорт насильно долгое время, то для этого нужна серьезная мотивация. Без этой мотивации дискомфорт терпеть не особо получится. На орехи я забил, но за эти несколько дней с орехами я понял главную суть, что нужно не только пассивно ложить орехи в рот и говорить, а еще и напрягать свои мышцы во рту. И из-за этого стараться выговаривать свои буквы и слова. То есть нужно говорить более осознанно. Осознанность — это вообще такая штука, одна из самых главных в психологии. И я сделал для себя вывод, что если вы хотите быть счастливым, самодостаточным человеком, уверенным в себе, нужно жить осознанно и стараться осознанно делать все свои действия и проживать каждую секунду на максимальной осознанности происходящего. Большинство людей живут в будущем в своих мозгах, постоянно в ожидании чего-либо, то ли это завтра, то ли через неделю, то ли через месяц. Проходят дни с одними и теми же мыслями, что вот на выходных я буду счастлив, я буду что-либо делать интересное. Либо в отпуске, либо на отдыхе. И у всех, конечно, по-разному, но в среднем таким образом пропадает из жизни 5 дней в неделю. Потому что многие люди постоянно работают в ожидании выходных. И это на самом деле ужасно. Таким образом человек не живет на полную меру возможностей и пропадает много времени. Поэтому действительно очень важно жить осознанно. Нужно жить сегодня, здесь и сейчас, осознавая каждую свою секунду, каждое свое действие. То, как вы говорите, то, как вы идете, что вы делаете, нужно все осознавать и жить именно в теперешнем времени, не в будущем и не в прошлом. Нужно быть счастливым именно здесь и сейчас. И счастье в вашей голове, оно не зависит от места, нахождения, от времени и дня недели. Хочу привести свой личный пример из жизни. Мне наступил период после больницы, когда я очень сильно не хотел идти на работу. Прям безумно не хотел идти на работу, мне морально было тяжело туда идти. И в какой-то момент я, на удивление мне, я смог успокоиться. И сейчас я хожу на работу без какой-то тяжести моральной. Даже с небольшим удовольствием. Осознавая тот факт, что я приду и смогу послушать какую-либо новую книгу. Узнать новую информацию и открыть для себя что-то новое. Что не может не радовать, это всегда классно и приятно. Сейчас я жалею об одном, что я проработал здесь 1.5 года, и все эти 1.5 года пролетели как 1 неделя. Я был удивлен, в конце каждого месяца был удивлен при получении зарплаты, что месяц быстро пролетел. Я это списывал на то, что я работаю в ночь, а когда работаешь в ночь, неделя быстро пролетает, потому что работаешь, приходишь домой, спишь и сразу ходишь на работу, и в ночь работа легче и быстрее проходит. И теперь мне за эти 1.5 года даже нечего на самом деле вспомнить. Быстро все пролетело, а последние 2 недели намного насыщеннее получились и продуктивнее, что ли, и намного приятнее. И я считаю, что это только начало. Поэтому мой главный вывод — это всегда нужно жить осознанно. Даже тогда, когда просто ужаснейшее
время сейчас неподходящее, что ли. Но нужно стараться. Ведь в каждом, даже самом плохом, ужасном дне можно найти что-то позитивное и то, что может принести вам радость, улыбку и память на годы вперед. Покупал? А шо? Я помню, что денег нет. Какой покупал? Халява. Халява. Это слово великое, халява. Халява. Я вижу это слово. Я обожаю халяву. Господи, да шо ж там такое-то? Вас на работе поздравили? Угу. Нас так с Новым годом поздравили. Крутяк. Там Ира уже убегает на... А куда ты бежишь, кстати? На брови. Ира на брови свои убегает. А я уже лег, буду спать.